Перепись хищных рептилий – одна из многих задач австралийских аборигенов-рейнджеров. Надеюсь, здесь есть крокодил. В этот раз осечка. Нет, здесь пусто. Теперь рейнджеров ждут другие дела. Под их опекой 6 тысяч гектаров лесных и водных угодий северной территории. Вакансии лесничих здесь открыли недавно, специально, чтобы дать коренным жителям хорошо оплачиваемую работу. Программу финансирует правительство. К нам на работу просятся уже примерно 20 молодых мужчин и 10 или 15 женщин. Все они хотят стать рейнджерами. Обычно австралийским аборигенам сложно найти работу с хорошей зарплатой, а это еще и интересное. Это дает мне все. Можно попутешествовать, повидать страну и вдобавок поработать. Хлопот у рейнджеров много. Нужно охранять животных, следить за порядком в лесах и даже уничтожать инвазивные виды растений, чтобы уберечь местную растительность от гибели. В северной территории может появиться и другая работа для коренных австралийцев. Здесь повсюду растут сливы какаду. Плоды этих деревьев богаты самыми разнообразными витаминами. Местные бизнесмены планируют собирать и продавать их, привлекая к сезонной работе аборигенов.